Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Известная украинская певица, тренер шоу «Голос Украины» Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками. Артистка собирается вновь удивлять украинцев невероятным нарядом и ярким выступлением ко Дню независимости Украины 24 августа на Софиевской площади в Киеве. Специально к празднованию Дня независимости Украины певица приняла участие в концерте, который прошел в самом сердце Киева, на Софиевской площади. Для эпатажного выступления прямо в фонтане звезда примерила особенный наряд, серебристый костюм, состоящий из 15500 металлических бусин, который для нее создала дизайнер Елена Романова. Вес платья составляет 6 килограмм. Шили его 180 часов. Наряд состоял из топа и юбки макси с высоким разрезом. Свой аутфит звезда дополнила босоножками на шпильках, красивой укладкой и нежным макияжем. Выглядела она великолепно. Кароль приняла участие в попурре песен «Made in Ukraine», которая состоялась на Софиевской площади. Этот проект создал Monatic, в попурре вошло 42 легендарных трека. Тина выступила на фоне фонтана. Она исполнила песню Ирины Билок «А я плыву» у Чавни и Натальи Могилевской «Миссис». Поклонники были восхищены образом Тины, ее оригинальным выступлением, благодаря которому она выделилась среди других звезд, и написали множество восхищенных слов в ее адрес. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.